21 ноября фитнес-холл в Щербинке собрал всех любителей спорта и здорового образа жизни, чтобы вместе отпраздновать день рождения. В 2016 году клубу исполнилось 3 года. Ровесники фитнес-холла и более старшие его посетители приняли участие в развлекательной интерактивной программе, целью которой стало создание отличного настроения участникам праздника и спортивного заряда, бодрости и веселья. В зале для аэробики собрались дети и их родители для того, чтобы стать членами одной большой дружной команды. Торжество по случаю именин началось с акробатического номера. Юных воспитанников направляла, вдохновляла и наставляла Людмила Махаева, мастер спорта по акробатике. Получилось в духе олимпийского движения, и акробатов заслуженно наградили аплодисментами и подарками. День рождения клуба своим друзьям и любимым клиентам фитнес-холл подготовил разнообразные призы и сюрпризы. Только в этот день действовала 40% скидка на все клубные карты. А также действовала акция «Приведи друга», а это значит месяц бесплатных занятий фитнесом. Ведущая объявила о том, какие подарки ждали победители предстоящих конкурсов. Сертификаты на посещение тренажерного зала, салона красоты, 3 месяца бесплатного фитнеса, другие заманчивые стимулы. Поэтому не было ничего удивительного в том, что практически все зрители переместились в центр игровой площадки и закружились в дружном хороводе. Игра называется «Поймай своего малыша». Выхватить из круга именно свое драгоценное чадо удавалось всем. Разница между победителем и участником составила несколько долей секунд. Затем малыши и взрослые образовали 2 команды – «Звездочетов» и «Солнышек». Вселенский разум сначала направил их перетягивать канат, а затем уговорил быстро и точно составить разнообразные слова из живых букв. В итоге победили те, кто быстрее всех собрал слово «фитнес-холл». Мы же помним, зачем здесь собрались. На день рождения клуба, конечно. Пора сделать прическу, да не простую, а как в мультике про Рапунцель – длинную косичку. Девочки быстро справились с этим заданием. Танцевальный флешмоб объединил восторженных гостей праздника еще больше. В ладоши хлопаем, кружимся, притоптываем и зажигательно смеемся, чтобы потом получить подарки. Кому массаж, кому-то персональную тренировку, а кому-то салонную процедуру по уходу за лицом. К Новому году все будут чудо как хороши. В финале развлекательной детской программы, как и следовало ожидать, победила дружба. С показательным номером выступили девушки, занимающиеся степ-аэробикой под руководством тренера Елены Солдатовой. Тем временем в тренажерном зале состоялись состязания по народному жиму в положении лежа. В соревнованиях участвовали женщины и мужчины. Профессиональная спортсменка Олеся Ульянова показала мастер-класс. Немного усердных тренировок, и можно будет приблизиться к заветному результату.
В народном жиме места распределились следующим образом. Среди мужчин третье место у Владимира, второе у Станислава, первым оказался Александр. В межклубных соревнованиях по жиму третье место заняла Оксана, второе Юлия и первое Елена. Участники соревнований по кроссфиту также не остались без внимания и наград. Чтобы заслужить призовые места, пришлось немало потрудиться. Упражнения на пресс, на выносливость, силу и скорость – все молодцы. Третье место у Александры, второе у Анастасии, первое у Маргариты. В дуэте отважных мужчин выиграл Илья, а Константин занял второе место. Медали, дипломы, подарки, фотографии на память. А еще для гостей было приготовлено угощение – праздничный торт. С днем рождения, фитнес-холл! Удачи и процветания!